Аквапарка на Предмостной площади не будет. Это нам сегодня заявили в строительной компании «Сибиряк». Хотя его руководство еще в прошлом году пообещало, что возведет парк водных аттракционов вместо планеты Красноярск. И вот планы поменялись. По словам исполнительного директора Константина Егорова, построят они тут торгово-развлекательный центр с кинотеатрами, магазинами, фитнес-центром и, внимание, аквазоны. То есть тут будет не комплекс аттракционов, а бассейн, одна водная горка и все. От идеи полномасштабного аквапарка в этом месте пришлось отказаться. В Сибиряке объясняют, не хватает места для парковки. Но от идеи всесезонного центра водных развлечений строители не отказались. Говорят, просто место нужно другое. За городом или на острове. А вот торговый центр на Предмостной начнут возводить уже этой осенью. И вот как выглядит макет проекта. Стройка обойдется компании в 8 миллиардов рублей. Перед ТРЦ появится современная площадь, под которой будет оборудована подземная парковка. Еще по проекту «Сибиряк» благоустроит и часть прогулочной зоны на набережной. Это будет обеспеченными парковочными местами комплекс. И к нему мы собираемся делать эстакадный подъезд для того, чтобы разгрузить даже в этой части красноярские рабочие, чтобы люди, кто будет заворачивать комплекс, это сделали удобно, без создания лишних проблем. То есть также будет пешеходный переход тоже к нему, прямо над красноярским рабочим.